Каспийск все чаще стали украшать настенные росписи, что, безусловно, наделяет его своей необычной изюминкой. В этот раз рука художника коснулась стен набережной, где вовсю кипит творчество. Проект инициирован администрацией города ко дню военно-морского флота. В парке проводятся соответствующие подготовительные работы. Я думаю, заметили, балясины освежаем. Ну, решили, скажем так, более свежий цвет перекрасить. И также на опорной стене со стороны пляжа будет нанесен такой тематический рисунок, посвященный юбилею нашего военно-морского флота. Вот. И планируем, что именно к дате рисунок будет завершен. Реализация проекта была доверена приглашенной группе художников, которые не один день трудятся над созданием нового арт-объекта. О выборе иллюстрации нам рассказала художник Диана Пербудагова. Смысл рисунка таков, что мы готовимся к празднику ВМФ, который пройдет 31 числа. И меня попросили нарисовать, вот подарить городу такой рисунок, чтобы он радовал глаз наших туристов, наших местных людей. Вот. Здесь изображен флаг Андреевский, который символизирует вот именно флотилию. Далее корабль наш, который стоит в Махачкале. И получается отсебятина немножко, изюминка такая, это семейная, вернее, мама с дочкой. Как отметила Диана, решение внести этот элемент было применено с целью напомнить о семейных ценностях и внести нотку романтики в военную тематику. Все-таки семейные ценности мы сохранить должны. Тем самым вот как-то разнообразила рисунок, думаю, ну вот по реакции уже горожан, им очень это нравится, то, что именно вот мы добавили такой кусочек. Да, в дальнейшем ожидается здесь будет море, чайки, зелень, так что очень постараюсь разбавить такую серую обстановку. Это не первая работа, выполненная художником в нашем городе. Не так давно Диана раскрасила стену одного из магазинов Каспийска, который после часто вызывал восхищенные отзывы на просторах социальных сетей. Там тоже, в принципе, семейная пара, там уже вместе с отцом, вместе с мамой и ребеночком. Тем рисунком я тоже очень сильно горжусь, очень критично к своим работам, но то мне та работа прям очень по душе. Это именно вот то, что я стараюсь донести. К проекту «Ко дню ВМФ» Диана относится с особым трепетом. Приятно поучаствовать в преображении родного города к большому событию, признается она. Сама очень хотела предложить тоже администрации и вообще людям, хозяевам каких-то заведений расписать стен побольше в городе, потому что хочется, чтобы было много интересных объектов в моем родном городе, и вижу реакцию людей, как им это нравится. Вот, поэтому, да, надеюсь, что в дальнейшем будет побольше объектов. Роспись планируют завершить к 29 июля, чтобы во всей красе представить проект к празднику. Делитесь своим мнением в комментариях о новом арт-объекте Каспийска.